Всем привет, дорогие друзья из Солнечной Алании. Мы продолжаем вас знакомить с интересными магазинами, в которых продаются качественные вещи по оптимальным ценам в Алании. И сегодня мы приглашаем вас в магазин Силахом, который находится на улице Ататюрка, прямо в самом центре Алании. В описании к этому видео вы увидите ссылки на прошлое видео из этого магазина, ну и, конечно же, все их контакты. Поэтому давайте пройдем внутрь, в них поменялся дизайн и ассортимент, давайте пройдем внутрь и посмотрим, что же они предлагают нам в этом году. В магазине Силахом вы можете приобрести вот такие оригинальные наволочки для подушек, постельное белье, ковры, ну и, конечно же, домашний текстиль, пижамы, в общем, очень-очень много интересных оригинальных вещей, которые вы не найдете в других магазинах. И не только для себя, но и на подарки своим родным, друзьям и дорогие близким. Друзья, в этом магазине работает Виктория, и сейчас она нам расскажет о том, какой ассортимент представлен на первом этаже магазина СЛА. Виктория, расскажите, пожалуйста, в вашем магазине какие наименования продаются? У нас продается текстиль. В текстиль входят подушки, комплекты постельного белья, пледы. Какие фирмы постельного белья? Фирмы у нас Исимо, Дантелла, First Choice, есть Лаура Белла, Совкатон присутствует, то есть фирмы. А также это полотенца, подушки, покрывала, пледы, простыни, шелковые. В общем, все виды домашнего текстиля. Да, все виды домашнего текстиля. Ну и, конечно же, вас интересуют цены всегда. Поэтому расскажите, пожалуйста, поподробнее, вот, например, о постельном белье. Это у нас фирма Исимо. Да, какие особенности у этой фирмы? Она одна из лучших фирм, то есть турецкого производства. Да, это идет 100% хлопок. Качество люкс. То есть это уже более такой люксовый сегмент? Да, люксовый сегмент. В какую цену вот такой вот набор? 717 лир. 717 лир, и сюда у нас входит пододеяльник, простынь, 4 подушки. Простыни идут размера king size, то есть у них 240 на 260, есть простыни 260 на 280, то есть в России, например, проблематично найти простынь большого размера. А здесь они именно делают уклон, все практически фирмы, на простынь большого размера. Есть более такой дешевый сегмент, но тоже очень хорошего. Да, расскажите, пожалуйста, о скидках и можно ли в вашем магазине торговаться, потому что всегда поступает этот вопрос. В нашем магазине можно торговаться, мы предоставляем скидки от покупки 500 лир. Цены у нас это в лирах. Фирма Дантелла. Это какая-то новая фирма или? Нет, это очень популярная. Хлопок идет 100%, у них хорошего качества, без примесей. Также есть сатиновые у них комплекты. То есть у вас есть каталоги, да, в которых можно посмотреть? У нас есть каталог, можно посмотреть, заказать, если какой-то расцветки здесь не присутствует в течение нескольких дней. Привезу. Доставка осуществится в магазин, можно прийти забрать, либо есть у нас услуга, там, привезти в отель, если нужно. First Choice фирма. Тоже одна из неплохих фирм в Турции. У них уже более такая приемлемая цена. То есть двухспальный комплект с евроразмерами, с четырьмя наволочками. Идет 390 лир. 390 лир, и это тоже натуральный хлопок. Это идет сатин. Сатин. У них в основном представлен сатин. Но хлопок у нас еще будет поступать в дальнейшем. И у вас представлен также большой выбор халатов. Да, здесь у нас вообще предоставлена фирма Совкатон, одна из лучших фирм в Турции по производству хлопковых. Совкатон. Совкатон, да. Хлопковых изделий, полотенца. Вот эти вот полотенца в какую цену? 89. 89 лир. Разные размеры. Халаты. Но они такие плотные. Плотные, очень, потому да. что это хлопок. Он, причем хлопок нитка. Очень хорошо впитывает. Нет, различные фирмы производства халатов, то есть расцветок, дизайнов. Очень такой новый дизайн у них женского халата. Смотрится вообще очень. А, вот с такими интересными вставками, да? Смотрится очень шикарно.
И в какую цену такое? 550 лир. 550 лир и мужской тоже 550 лир. А, укороченная длина идет 370 лир. 370 лир. А, это вот такого вот Да, такого формата. Только укороченный. Более такой летний вариант с безрукавкой. Что-то поярче, смотрите, есть вот такого вот плана. Это какая фирма? Это у нас это фирма у нас Лаура. Белла. Лаура Белла. И в какую цену такой халат? 170 лир. 170 тут уже лир. Не 100% хлопок идет, тут идет 60 на 40. Хлопок и бамбук. Угу. Хлопок и бамбук. Супер. Укороченные халаты этой же фирмы идут 130 лир. С капюшоном 140. 130 лир. А почему такая большая разница в цене? Вот эти вот 500, а вот эти 130. Это хлопок натуральный, а это идет уже примесь хлопка и бамбук. Хлопок и бамбук. Да, поэтому такая разница. Это тоже постельное белье, да? Да, это фирма Touch. Очень популярная фирма в Турции. Тоже турецкое производство. У них есть серии, как... Обычно, да, постельное белье, и выделяют они как люкс. То есть, если обычное стоит 325 лир, то серия люкс у них стоит 525 лир. Также у них есть комплекты с покрывалом, то есть идут подушки, наволочки и покрывало. Идет комплект одного цвета. И в какую цену такие комплекты? 525 лир они также идут. 525 лир. И есть вот такого вот плана. Ночные сорочки, да? Это? Да, комплекты, шортик, майка, халат, есть брючные комплекты. Mm-hmm. Это хлопок. Ну, они такие кружевные, красивые, какая-то. Они есть кружевные, шелковые. Mm-hmm. И в какую цену такие наборы идут? Наборы идут, ну, шорты, штаны где-то от 300 лир, а майка, шорты от 250 лир. Есть ли у вас большие размеры? Есть. То есть у нас начинается размерный ряд от M и до XL, 2XL, то есть на любого клиента, скажем так. Вот такого плана тоже с брючками, с маечкой. Да, тоже есть большие размеры. Это фирма Лаура Белла, тоже турецкое производство, она более такая идет бюджетная, такой вариант, то есть тут. И в какую цену такие наборы получаются? Односпальные идут 264 лиры, двухспальные 324 лиры. Это очень модно, можно сказать, тематика. И она вообще прослеживается во всех коллекциях, начиная там от кутюр и заканчивая постельным бельем. Тоже, кто хочет украсить свой дом такими интересными сувенирами, здесь вы тоже найдете. Конечно же, подушки. Наволочки, да, для подушек? Да, ну мы продаем и наволочками, то есть, если желаете, мы продадим подушкой. В стиле диско. И в какую цену такие наволочки? Это турецкий дизайнер, девушка делает такие подушки. Ага. То есть это дизайнерские вещи? Да, турецкий дизайнер, девушка производит там подушки. Алову. Да. Это девушка турецкая. И в какую цену? 400 лир. Вот эти вот подушки. Это уже идет шелк. Ручная работа. 200 лир за подушку. Очень большой выбор расцветок. То есть у нас предоставлено всегда. Многие берут даже там не только домой, на сувениры. То есть что-то привезти. А, на подарки. Да, то есть привезти с Турции. Что-то такое символическое. Вот это вот шикарная вещь, такой антистресс. И большой выбор у вас различных запахов для дома. Для дома, получается, да, то есть у нас всегда есть в наличии. Блокнот в виде шоколада. Да, покажу, сейчас он вот так вот выглядит. Это тоже антистресс. И вот эти вот запахи, какую они цену и чем они отличаются от всех остальных, скажем так. Цена 30 лир, свои такие, да, особые такие запахи. Тоже очень классный, как сувенир. Как сувенир, можно, но очень много у нас берут даже это просто мыло, домой. Мыло для дива. Тоже с различными запахами. Да, да? Роза. Запах. Роза, малина, клубника, вот это точно... лимон, шоколад. Шикарный запах. Поэтому
Друзья, вы всегда спрашиваете, какие подарки. А, вот еще здесь тоже, да, представлены, да, различные. Это у нас детская, то есть детская, для... детская морская такая. Да, тематика. То есть для малышей до года, то есть предоставлены такие комплекты постельного белья. Это для девочек, это наволочка так выглядит. Mm-hmm. Вообще в комплект входит наволочка, простынь и пододеяльничек. Mm-hmm. То есть уже для более взрослого возраста, да, также есть мужские предоставления. Мальчик, девочка, да, uh-huh. комплекты. У них уже идет, получается, покрывало здесь, да? Да, пледик идет уже для более старшего. То есть у них идет две подушечки, простынь, пододеяльничек и вот такой вот покрывальце. Это Маша и Медведь. Полотенчики. Да. Тоже как сувенирная продукция, ну, в основном детишкам-то. Угу. А вот это? Это тоже детский комплектик идет. Тут уже тоже для малышей. То есть тут уже идет погремушечка, пледик идет. Тоже серия для мальчиков, для девочек. Нежный, нейтральный, такой бежевый цвет идет. И в какую они цену, эти наборы? Эти наборчики идут. 98. Да, 98 лет. Полотенчики. Тоже фирмы Лаура Белла, да? А, даже написано, да? Двойной набор для кухни. В какую они цену? 33 лиры. 33 лиры. И да, как вы сказали, прям вот подарочный набор очень, да, классный. Очень хорошо пользуется как подарочный набор, то есть что-то привезли, да, на вертик. Фланель Хоум. А, вот это вот как раз на зиму. Да, двухспальные. Да, 266 лир идут, наоборот, 266 лир идут двухспальные, 228 идет односпальные. И оно такое, не тяжелое, если вести с собой, да, оно... Обычно у нас покупатели, клиенты, все равно в багаж это не умещается. Да. Мы просто достаем постельное из коробочек. Там внутри очень много картона, да, картона. И оно в два раза меньше, наверное, да, получается. Ну, аккуратно складываем в пакетик, то есть и это получается совершенно небольшой такой груз. Постельное примерно где-то 1,5-2 килограмма. И здесь у вас также есть пледы, если говорить о зиме, да, то пледы, ой, шикарные, вязаные. В какую цену пледы? 300 лир. 300 лир, это какая ткань, какое качество? Ой, они огромные. Они прям большие, да, они, да, идут евро размера. 220 на 200. Почему это можно? Хлопковые пледы. Хорошего очень качества. Хлопок. Да. Ой, он прям такой мягкий, приятный. Ну, тут небольшая примесь бамбука есть, то есть, но в основном где-то 80 на 20. И вот такие, которые напоминают прям свитер, да, вязаный. Да. То есть такие сумки, модели. И они от 300 лир. 300 лир они. 300 лир. Также недавно к нам в продажу поступили шелковые изделия фирмы Джереми. Это турецкая фирма. Производится все в Стамбуле. У них различный, то есть цветовой и сегмент, да, ассортимент большой. То есть у них предоставлены такие наборы, как шорты, топ, халат. Угу. Есть также у них это все в хлопковом варианте. А, то есть, ага. И различные цвета. Различные цвета, различные размеры, то есть. В какую цену вот такой вот набор, например? 450 лир. 450 лир. И здесь три, да? Да, и здесь идет уже три. Просто халата, да? Угу. Очень яркой расцветки, очень хорошего мягкого такого шелка. То есть очень приятно носить к телу. А, так, и вот такие длинные даже есть. И длинные даже модели вот предоставлены. Шикарно. Различных тоже расцветов. Mm-hmm. На любой очень вкус красиво. И цвет. Мужчины. Yeah. Намек. Своим дамам можете приобрести вот такие вот красивые, вот такие вот красивые наборы. В Турции, ну, по крайней мере, в Алании. То есть не везде предоставлены данные изделия, потому что как-то вот спросом почему-то здесь местных жителей не пользуются. Вот, а туристы очень любят, как бы, да, что-то привезти. То есть у нас всегда покупатели заходят, спрашивают. Поэтому, именно, да, вот эту фирму? Не именно фирму, а именно шелк, именно комплекты в подарок там любимым женщинам, просто для себя, например, женщины заходят, спрашивают. Ну, здесь у вас огромное количество вот полотенец. Более горчичный, он прям греет. Приятный, да. Да, такой... Он прям глазу приятен. Это бамбуковое полотенце, это фирма Лаура Белла, то есть у них идет как большое полотенце, да, большого размера.
ванная, скажем так, и есть в комплекте также лицевой. Они продаются по раздельности, а то в какую цену? По желанию. Большой размер, который идет ванная, 72 лиры. Лицевое полотенце идет вот, поменьше размер. Они 50 на 90. Очень приятные на ощупь. Очень хорошо. Как они хорошо влагу впитывают? Они, да, очень хорошо влагу впитывают. То есть сами по себе даже по текстуре чувствуются. Да. И цвета такие очень, очень приятные цвета. Вот этот цвет прям. Кстати, цветом этого года, 2019 года, является живой коралл. Вот именно такой вот этот туркуаз, бирюзовый цвет. Это цвет Турции. Логотип Турции выполнен в таком цвете. Старый логотип Турции. Поэтому... Все цвета, пожалуйста, самые модные цвета у вас, да, у вас есть в магазине. А вот эти вот полотенца, которые ниже, они немножко другие по структуре и полегче. Они из чего сделаны? Тут идет примесь бамбука и хлопка. Больше присутствует бамбук. Бамбук. Они такие интересные по структуре прям. Нелегкие. Да, очень легкие. Поэтому тоже вести дома будет. Очень комфортно, да, он много веса, то есть не занимает. Ничего не весит. Очень многие, кстати, спрашивали, вот вы обычно отдыхаете в отелях, и в отелях какого цвета у нас постельное белье? Белое всегда. Белое. Белое постельное белье и белые полотенца. Очень многие спрашивали, чтобы было не светло-кофейного, вот прям вот белоснежное. Вот для тех, кто спрашивал, прям белоснежное... Белоснежные полотенца, вот они здесь есть, потому что... Но они встречаются не так часто. Еще я заметила, у вас вот такие вот наборы интересные. Это получается... Это идет фирма Совкотон. Стопроцентное хлопковое изделие. Комплект составляет тапочки. И такая вот легкая, свободная... Халатик. Халатик-маечка? Да. То есть полотенце. Точно, это же полотенце. Мы же всегда накручиваем вокруг себя, и оно постоянно спадает. А здесь сделаны специально бретельки вот такие, чтобы... Вот это вот, кстати, очень... Причем хлопковое изделие, оно будет впитывать. То есть очень и не спадать полотенце. И не будет спадать, да. Здорово. В комплекте идут тапочки. Какую цену такой комплект? 372 лиры. Здорово, вот это вот прям очень, очень оригинально и практично на самом деле. Да, и здесь у вас тоже есть большое количество халатов. Халаты, да, вот как раз тоже такого. Это уже идет цвета. Хлопок и бамбук, больше бамбук, то есть где-то 80 на 20, то есть 80% идет бамбук, 20% идет хлопок. Различные размеры, расцветки, длина. Капюшон, без капюшона, то есть кто как любит. С капюшоном, да, с капюшоном, без капюшона. Поэтому вот, например, вот такого плана с капюшоном, да, более коротенькие. 142 лиры. Без капюшона 132 лиры идет данная длина. Виктория, расскажите, пожалуйста, в этом году, вот я даже у вас в магазине вижу, фирма First Choice. Почему она и вы именно в этом году? Может быть, мне так кажется, но именно в этом году она вот прям на первый план вышла и пользуется такой популярностью. Ну, это более новая такая фирма постельного белья в Турции. То есть у них есть тоже люксовые серии. Вот это люксовая серия VIP и Deluxe. В какую цену вот эти вот наборы? 941 лира. 941 лира. Именно вот серия люкс у них. Простые серии у них идут, 390 лир. В каждой фирме же есть и линейка люксовых товаров, да, и, например, и линейка совсем самых дешевых, там, из какого-то дешевого хлопка. Да. Поэтому, когда вы слышите высокие цены, не бойтесь их, потому что это может быть люксовое, вот прям самое-самое высшее качество. А если вы хотите что-то попроще, то по таким прям очень приемлемым ценам можно найти тоже хорошего качества постельное белье, да, полотенце, халаты и так далее. Здесь тоже халаты, о которых мы говорили. Вот, например, халатик, вот без капюшона, который 132 лиры. 132 лиры. Тоже очень такой оригинальный, интересный. Расскажите, пожалуйста, что у вас покупают больше всего? Вот прям заходят и говорят, хотим.
Постельное. Постельное белье. А какого качества? Какая ценовая, в ценовых рамках каких? Ну, зависит много, конечно, от клиента, от покупателя. Mm-hmm. Очень популярностью, как мы сейчас говорили, пользуется фирма First Choice. First Choice. То есть у них очень большой выбор семейных комплектов. Mm-hmm. То есть одна из таких фирм, где то есть, у нас предоставлено большое количество расцветок, да. Кто-то также неплохо идет First Choice именно серии Deluxe и Deluxe. Да, вот это интересно такое. У них идут простыни 260 на 280, у кого-то просто есть большие кровати. В России очень тяжело найти большую простынь, там 200 на 220, как говорят, 220 на 240. Здесь же, то есть именно в этой серии простыни предоставлены 260 на 280. То есть уже идет качество, если сатин, то прям самого высшего качества. Хлопок 100% идет. То есть это даже ну, ощущается. И вот, это тоже делюксовое, да? Это и Сима фирма, то есть у них тоже качество очень хорошее, у них хлопок, различные расцветки. Сейчас мы ждем, у них вышла новая серия, там прям делюкс, это бархатная постельная, велюровая, то есть шикарно. Это что-то новенькое. Это что-то новенькое, да, у них вот, ждем поступления, то есть... Качество вообще изумительное, расцветки просто божественные. Даже каталог, вот, когда смотрели, делали заказ, неописуемо красиво. То есть получается, так или иначе, производство оно не стоит на месте, каждый год какие-то новые варианты тканей, да? Да, коллекции. Цветовые. Каталоги обновляются каждый сезон у них, то есть и постоянно какие-то выходят люксовые серии, какие-то, то есть... Вот тоже очень У них очень хорошие расцветки у фирмы Сима, необычные. То есть если в Дантелло, например, это цветы, бабочки, First Choice тоже цветы, какие-то такие узоры, то здесь именно яркие цвета, то есть насыщенные. Здесь уже Дантелло, как раз о которой вы говорили, и да, более такие спокойные, но тоже очень интересные расцветки, несмотря на то, что они такие более сдержанные. Очень классно. На втором этаже магазина Сыла Хом большой выбор ковров. И Али Бэй нам сейчас расскажет все о коврах. У них тут какие-то супер новые функциональные материалы. Да, можешь сразу, Анастасия, снять. Здравствуйте, приветствую вас опять. Шелк на бамбуке. Еще та концепция, как есть, так и осталась. Маленькие размеры ковры начинаются от 30-40 долларов до... 200, 300, 400, 500 долларов имеется, зависимость от качества, от материала и зависимость, что, как и как отправляем ковры. Также ковры отправляем в любую точку страны, прямо до квартиры, оплата дома в рублях имеется. У нас имеются шелковые ковры, шерстяные ковры, также есть и шерстяные верблюжи и все так далее же. Например, вот эта новая модель ковра, 5 на 3 размер. Идет и бамбук на шелке, две в одном, переливается с той стороны светлый, а с моей стороны оно такое темненькое. Кроме этого, маленькие размеры мы тоже открыли, как говорится, 2 на 3, а это уже большой 5 на 3 размер. И сколько стоит такой ковер? Вот такой 5 на 3 стоит в пределах 5-6 тысяч долларов. Да. Это с доставкой. Доставка в любую точку мира? Не имеет значения Мурманск, Екатеринбург, Челябинск, Австралия. Ну, не имеет значения, куда вы скажете, туда мы отправим. В описании к этому видео мы оставим прошлогоднюю ссылку. Да, на прошлое видео, и вы там увидите. Супер, супер, супер. И какие-то вопросы будут, всегда я могу вам помочь. И добро пожаловать к нам, ковровый мир. Маленькие, как подарочные. Шелковые имеются, приливаются они все вот так красивенькие. Вот эти от 20, от 15, от 30, зависимость больше-меньше размеры. Ценники начинаются. Да. А это уже чистые шелковые ковры. Две одинаковые, три одинаковые. Все имеется. Еще разочек Настя. Вот так. Летающие у нас ковры. Летающие ковры. Ковры-самолеты. Аладдинов.
супер. Виктория, спасибо вам большое, что провели такую интересную экскурсию. И на самом деле, несмотря на то, что мы пришли в магазин делать просто обзор, да, на самом деле Виктория рассказала очень много интересного и про тренды, и про ткани, и про фирмы. Поэтому, если вы хотите не только узнать что-то новое, но и приобрести красивые, хорошие, качественные вещи для своего дома, плюс подарки друзьям, родным, себе. Поэтому, друзья, добро пожаловать в магазин Сыла Хом в Аланию, в Турцию. Приезжайте, покупайте качественные, красивые вещи. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. До свидания.